Наші вітання усім, хто цієї миті на хвилі телеканалу «Миколаїв». В ефірі програма «Розмова на тему» в студії Нелі Толмач. Цими вихідними будемо святкувати прекрасне свято кохання – День Святого Валентина. Це свято містить собі багато відтінків, адже поняття «любов» багатогранне, як саме життя. Про своє бачення цього прекрасного життєстверджуючого поняття сьогодні розкаже гостя нашої програми. Зустрічайте, будь ласка, майстриню творчого об'єднання «Прибужжя» Єлизавету Козиреву. Єлизавета, доброго дня! Дякую, що ви така гарна сьогодні у нас у студії, а ще прикрасили студію своїми роботами. Вітаю вас! Лиза, вы знаете, на самом деле вот День Святого Валентина – это праздник, который каждый понимает по-своему. Для вас какое место этот праздник занимает в пересчете общих вот праздников? Насколько значим он для вас? Ну, этот праздник не так уж и давен, он новый праздник, особенно для нашей страны. Но я считаю, что это один из самых приятных, самых лучших, самых жизнерадостных праздников. Это праздник любви. Да, это правда. Психологи говорят о том, что признаваться близким людям в любви надо каждый день, независимо от повода, тем более ждать Дня Святого Валентина. А кто-то считает, что любовь настолько это интимное, какое-то глубокодушевное понятие, которое нельзя расплескивать, а надо дарить для того, чтобы тот человек, к которому ты обращался, понимал, что это именно для него. А как вы понимаете это? Я считаю, что любовь – это, ну, это счастье. Это любовь к родным, к родителям, к детям, к своей родине. Это, ну, это неописуемое счастье. И я считаю, что это надо показывать и выражать это ежедневно. Не скупиться, да, на это? Да. Правда. Вы знаете, вот опять-таки психологи говорят, что понятие любви, особенно у женщин, трансформируется. Юные девочки воспринимают его вот в определенном понимании. Далее, уже со зрелостью, как-то меняется восприятие. Вы вот прослеживали, если немножко сейчас проанализировать свою жизнь, менялось ли оно в вашем восприятии, в вашем сознании? Ну, по мере того, как человек взрослеет, он, конечно, понимает, что такое любовь. Потому что мы взрослеем, мы понимаем ценность, что такое родители. Мы их же любим очень сильно. Мы понимаем, что такое наша родина, что такое наши дети, что такое даже природа. Вообще все это любовь. Mm-hmm. То есть это действительно с возрастом человек взрослеет и понимает, что это очень ценно в жизни. Можно ли что-то вот в вашем спектре, вот в этом круглом, сказать, что что-то доминирующее, что-то большее, преобладающее? Больше всего это семья. Это самое главное. Да, это самое главное. Я знаю, что именно семейные традиции, а даже не столько традиции, а вот именно семья. А я хочу сказать, что у нашей гости очень благополучная семья, дружная. Два сыночка, да. Муж, которые поддерживают, которые маму свою сопровождают на всех выставках. Это действительно счастливая семья. И вот я знаю, что ваша семья дала определенный толчок и в вашем творчестве. Любовь к творчеству. Вот с чего это начиналось? Ну, это, наверное, вообще это общее впечатление. Как бы, ну, это, наверное, из поколения в поколение передавалось. Все-таки традиции да. есть, да? А также сама родители поддерживали, потом муж поддерживал, теперь дети поддерживают, потому что им очень интересно это творчество, и они тоже хотят начинать. Поэтому им нравится, а я должна быть как стимулом, как образцом, и их вдохновлять, и им показывать. Лиз, я знаю, что у вас два мальчика, да? Вот мы уже об этом сказали. Сложно вот по-женски воспитывать в мужчинах все-таки человечьи якости, мужские качества, вот не перелюбить, не залюбить, потому что в последнее время как-то все больше у нас мужчины, они, знаете, с женскими чертами характера, и когда вот девчонки выходят замуж, вечные претензии к свекрови, что неправильно воспитала. Вот сегодня они у вас еще малыши. Сколько лет сыновьям? 14 и 8. Вот. Идет формирование. Вот где та грань, чтобы на самом деле подчеркнуть мужское, и тем не менее, вот чтобы душа ребенка была согрета маминым словом, любовью? Ну, во-первых, мы начали с того, что это семья. И в воспитании детей должны участвовать оба родителя. Да. И поэтому и папа, и мама, они вносят свои коррективы в их жизнь, но дети, они разные, и общество, и влияние, поэтому идеального варианта воспитания детей нет.
Так, то есть ваша формула – это содружество, да? Да, это каждый вместе. Вносит свою лепту, папа воспитывает мужские качества, да. А мама – душевно-мягкие. Вот в вашем творчестве, если говорить уже о том, что сформировало вас как творческую личность, какое место занимает семья и как найти вот ту, знаете, срединную позицию в бурной жизни женщины для того, чтобы открыть вот эту страницу творческую, потому что это масса времени – прежде всего, которую вы забираете от семьи? Ну, для этого есть время, когда все спят. Так. Поэтому творчество никто не отменял. Все. Значит, обязанности семейные, домашние, бытовые остаются. Ну что ж, дорогие друзья, шановні друзі, саме зараз у нас є причудова можливість помандрувати світом творчості майстрині Єлизавети Козирєвої. Цей світ наповнений яскравими, теплими кольорами, тому далі на вас чекає, знаєте, така дуже тепла сторінка. Давайте подивимося. Фотографія, ось це і є формула успіху Єлизавети Козирєвої, яка сьогодні презентує, представляє в нашому ефірі свою доробку своєї творчості. Єлизавета, знаю, що мальчики вишивають сьогодні в тому числі. Як вийшло так, що все-таки вишивка – це більше жінська, знаєте, така сторона реалізації, а мальчишки – вишивка, де вони стільки, знаєте, усидчивості знаходять, щоб вишивати і закінчувати роботи свої? Очень интересно участвовать в выставках, которые проводит творческое объединение «Прибожье», также областной центр народного творчества. Поэтому есть специальные праздники, семейные праздники. Им очень интересно, потому что они соревнуются вместе с детьми, которые тоже принимают участие в этих выставках. И они хотят, стремятся, но это, я считаю, очень правильно. Это пошло именно от выставок или это пошло им вот в процессе вашего творчества? Они когда... это видели, но выставки их больше стимулировали. Так. Потому что это можно начать и бросить. А если говорить вот как советы и рекомендации для родителей, у которых тоже мальчики, а может и девочки, просто особенно в подростковом возрасте, чтобы привить любовь к творчеству. И не в назидательном таком порядке, потому что вот я могу, я делаю, и ты садись и вышивай рядом, все, это уже можно сказать. Мне кажется, точка. Что человека не заставишь делать то, что он не хочет делать. Особенно детей, да? Да, поэтому если человек хочет и ребенок стремится, ему надо помочь. Если он не хочет, значит, надо искать другое направление, потому что он в спорте будет Конечно первым. Же. Я не думаю, что вышивка – это так настолько важно в этой жизни. То есть человек должен реализовываться сам.
Главное желание, да? Вот ваши работы, каждый раз я отмечаю, что они очень теплые, они очень домашние, они женские-женские, так вот можно подчеркнуть. Лиз, время такое сложное у нас, бурное время. Сегодня в нашей студии представлены и новые работы в том числе. Где находите вы вот ту составляющую такую позитивную в своей душе, в своем сознании, чтобы переключиться от бурной суеты жизни на что-то созидающее, то, что подарит потом в итоге людям вот то вот состояние гармонии, которое наполняет в момент творчества вас? Я не могу вам конкретно ответить на этот вопрос, но все работы идут от души. То есть если я в плохом состоянии души, то работа никакая не будет создаваться. То есть здесь действительно, как вы сказали, только положительный заряд энергии. То есть действительно, когда в душе все хорошо, все прекрасно, но этому, наверное, способствует общее окружение, общее впечатление. То есть и в таком духе создаются работы. А если говорить в принципе, как вы релаксируете, вот как вы отбрасываете плохое? Ведь не верю я, что все хорошо и каких-то плохих моментов не бывает в жизни. Бывает. Если говорить и о творчестве, и вообще, в принципе, о жизни вашей, как вы сбрасываете, как вы переключаетесь на позитив? Не знаю, дети, когда видишь детей, да, это все. Ну, ты забываешь, ты приходишь домой, и дом тебя согревает и успокаивает. Ну, все плохое надо оставлять за порогом дома. Надо уметь. Да. Вот в этом и формируется женская мудрость, когда ты привносишь в свой дом ту мирную составляющую, которая потом вдохновляет и мужа, и детей, и родителей. Потому что женщина, да, женщина главная. Скажите, вот если говорить о поддержке мужа, насколько для вас это важно, что муж одобряет? Или, наоборот, оценивает работы? Или вы сам для себя вот критик? И... Это, ну, действительно, когда человек, который живет рядом с тобой, и это поддерживает, это очень легко. А если критикует? Или такого не бывает? Не бывает такого. Так. Я вот просто знаю другие семьи, что, да. где критикуют, очень сложно заниматься творчеством, очень сложно себя находить. А у меня нет проблем с этим. То есть у меня, ну, ограничений нет ни во времени. То есть я хочу заниматься творчеством, я занимаюсь. Меня поддерживают, меня... Ну, как бы во всем, во всех начинаниях, во всех выставках, во всех идеях. Это правда, дорогие друзья, потому что когда вот неоднократно мы видели Елизавету Козыреву на выставках, были и мальчики, и муж, это действительно идет поддержка. И очень хорошо, что, знаете, вот сегодня вы имеете возможность увидеть и услышать формулу любви. Вот это и есть вот та самая любовь, о которой мы говорим в День Святого Валентина. Поддержать, настроить, возможно, просто своим присутствием дать понять, что есть. Я есть, а значит, для тебя открыты все, и в данном случае творческие горизонты. Это философия творчества Елизаветы Козыревой, которая сегодня у нас в гостях. Елизавета, цветочные мотивы – это самое главное направление? Я считаю, что для женщины цветы – это вообще отдушина, это ассоциация женщины тоже с цветами бывает. Но это, я не знаю, это самое прекрасное, наверное, что есть вот в природе – это цветы. Как создается работа? Создается сначала образ или вы видите, например, заготовку, сегодня очень много, и уже мое, не мое идет отбор? Есть и того, что мое, не мое, и есть вдохновение какое-то, вот бывает, да, в душе что-то вот хочется так сделать. Но у меня сегодня очень разное направление в творчестве, то есть я начинала с вышивки крестом, потом я пробовала бисер, потом пробовала ленты. На сегодняшний момент это все совмещается уже в нескольких работах. То есть я синтез не могу идет, да, да? Вот сказать. А в студии представлены еще и топиарии. Это вообще просто подарок зрителям телеканала «Николаев», потому что это новая страница вашего творчества, да? Да, это попытка сделать что-то новое в своей жизни. Ну, сейчас это модное направление, тем более топиарии, он в переводе считается «дерево счастья», «дерево любви». Поэтому это такие интерьерные украшения. Хотелось попробовать украшения. Себя еще здесь. Да, это правда. Когда ставится точка в работе вообще, в принципе, вот когда вы довольны, все сделано, закончено, ощущение удовлетворения полное, или в принципе каждый раз, когда вы смотрите даже уже на сделанные работы, хочется или видите там, что, понимаете, это, знаете, такой вот творческий поиск людей, которые зачем-то занимаются, он вечен. Но в вашем случае как вот это происходит? Не знаю.
То есть, если работа сказать. Закончена... Вот я чувствую, что она закончена, значит, все. Ее все оформляем, да. Так. Это бывает, что действительно тема закончена, много вложено туда и душевных сил, и желания, и когда оно совпадает, все, работа действительно закончена. Знаю, что у вас есть работы, с которыми связаны интересные истории. В принципе, знаете, уходят даже легенды. У вышивальщиц относительно в момент работы осуществляются какие-то самые заветные мечты. Психологи говорят о том, что это самый, вот, тот самый эффект плацебо, когда просто сильно хочется, и человек мобилизирует свои внутренние силы. Как это у вас? Это действительно работает, это действительно, потому что крест... Это испокон веков, это наш символ. И когда матери вышивали детям вышиванки, рушники на счастье, на долю, на свадьбу, они действительно вкладывали этими символами туда свою благополучную энергию, счастье желали детям. Действительно, на сегодняшний момент при вышивании какой-либо работы, если человек загадывает какое-то желание, и это действительно в это искренне верит, и работа несет положительный эффект, если еще и символизирует то, что человек хочет получить от этой жизни, действительно это сбывается. Лизавета, вот совершенно неожиданно оператор выхватил вот именно эту работу. Я знаю, что с этой работой как раз и связано. Это картина называется «Дом, в котором живет любовь». Так. Ну, при вышивке этой картины действительно... Это одна из первых, да? Насколько я помню. Практически, да. После окончания работы была куплена квартира. Представляете? Сегодня вы видите, насколько на самом деле все переплетено у нас самым главным чувством человека – это любовь. И как много оттенков несет это понятие. То, о чем вначале говорилось, каждый раз мы подтверждаем. Надо верить, любить. Как не сбиваться на собственном пути, потому что, особенно даже вот в творчестве, вы аматор. Да? А кто по профессии, кстати? Юрист. Вот, абсолютно никак не связано, да? И вы аматор, вы идете, вы оттачиваете свое мастерство. Очень многие сегодня как-то вливаются в хендмейд, сегодня это модно, но останавливаются на полпути, потому что не получается или не хватает усердия, сил, терпения, потому что, представляете, сколько здесь вот бессонных ночей. Как не сломаться? Как дойти до своей цели? Что вас мобилизирует в плане вот действительно дойти до окончания? Результат. Так. Очень интересен результат и очень интересное развитие себя как личности. То есть это оно многосторонне развивает. И я даже не знаю. Очень интересно. Вот относительно цветовой вот палитры, игра цветов. Каждая работа, она по-своему наполнена цветовой гаммой в том числе. А вот такие монохромные работы, например, где мало цветов, но они до такой степени тоже философичны и наполнены своим, знаете, значением, потому что подчеркиваются какие-то. Вот что больше нравится? Это монохром вообще одна из первых начинаний моей жизни. Мне очень нравилось это направление. Передают вообще счастье такое, вот, тепло. Не знаю, вот, очень интересные работы. Казалось бы, вот здесь, тут здесь много оттенков, да, в одной работе? Здесь 9 цветов. 9 оттенков. На первый взгляд белое, ну и коричневые оттенки. Казалось бы, ну что можно, да? А вот здесь вот такой образ, умиротворяющий образ спящего малыша и добрых, наверное, бабушкиных рук. Возможно. Или отцовских рук. Скорее отцовских. Отцовских рук, да. Что все в твоей жизни будет хорошо. Спи, малыш, расти. А все, что нужно в этой жизни, мы тебе дадим. Это счастье, наверное, каждой семьи, потому что наши дети – это наше продолжение и продолжение наших идей и нашего творчества. Сегодня, когда мы говорим уже о вас как о состоявшейся мастерице, много уже сделано. Персональная выставка за плечами, да? К чему вы стремитесь? Что бы вы хотели еще открыть? Может быть, какие-то новые грани раскрыть в вышивке? Может быть, вообще что-то новое? Очень хочется создать свою студию по обучению маленьких детей и вышивке. Потому что это тепло, это радость, это счастье. Деток надо учить. Потому что не все родители могут это в домашних условиях это сделать. Это правда. Когда вы начинали, вот самое-самое первое стартовое, кто для вас был показателем в творчестве? Чьи-то работы? Или, в принципе, это был собирательный какой-то образ таких вот, знаете, как бы мерила для творчества вообще? Были дома работы, рушники бабушкины.
Но очень хотелось сделать приятное маме, крестной, бабушке, подарки. И отсюда началась вышивка. Дальше очень интересно стало и начало развитие в этом процессе. С легкостью расстаетесь своими работами? Практически не расстаюсь. Ну, вот говорите, подарки. Нет, вот изначально, а сейчас практически нет, потому что это как дети. Это столько вложено души здесь, практически не расстаюсь. Только у родителей эти картины. То есть это как действительно каждая картина, это страница из жизни. И вот когда вы на нее смотрите, у вас создается определенный ассоциативный ряд. Вот что с ней связано? Вот то наполнение да. ваше есть да, такое, да да? да? да, да, да. Потому что каждая работа, она есть и этапы в жизни, и периоды в жизни, когда выполняется та или другая работа. То есть дети были, вышивались, когда я ходила в положение. Дом, это когда действительно хотелось своего дома. Сегодня идут цветы, потому что, ну, вот душа хочется у меня украшать. Такая. Да. То есть вот это, да, это этапы в жизни такие. Цветочное настроение. Да. Когда заявляете работы на выставках, вы чувствуете созвучие у зрителей? Улавливают большей частью они вот то ваше настроение? И вообще это важно для вас вот, отслеживать реакцию? Очень интересно даже наблюдать, когда я даже, ну, зритель не знает, кто автор. Да. А, очень интересно вот послушать отзывы. Действительно, очень много людей собирается посмотреть на картины. Очень даже мужчин интересуют картины, потому что, ну, это действительно сделано с душой. Вышивками, правда. Сегодня действительно мужчины садятся и вышивают не хуже женщин, можно сказать. Это правда. Были ли какие-то интересные моменты вот в реакции на ваши картины? Может быть, какие-то замечания, которые потом вследствие вы восприняли как руководство к действию? У меня практически все реакции с картинами связаны. Это что? Это нарисовано. Правда? Да, это очень скандальный такой вопрос, и когда уже я стою и слушаю, как это нарисовано, то есть хочется подойти и сказать, что это не нарисовано, но вот интересно дождаться результат, что же все-таки выяснят в этом процессе спора. Интересно, то есть они считают, что это как 3D-объем, да, такой вот рисованный? Практически вот со стороны это выглядит как нарисованная картина. Ну, можно это воспринимать и как комплимент, потому что, правда, что до такой степени изящно вышито, что это как полотно живописное, это на самом деле прекрасно. Вот если говорить о следующей работе, которую бы хотели бы вы сделать свою лично, о чем это будет работа? Появятся ли какие-то такие сюжетные, может быть, нового направления именно по тематическому? Скорее всего, что появится, потому что мне сейчас интересен вид деятельности как объемная вышивка. Поэтому, скорее всего, что будет. Это... А вот сейчас лентами это не есть объемная? Нет, это объемная, это совсем другая техника вообще. Это похоже на гладь. Угу. Только это гладь, которая на поверхности материала. Интересно. Да. Там какая-то другая нитка используется? Она вышивается как гладь, но она в каркасе. Вот так вот, интересно. Ну, мы будем ждать, конечно же, Елизавета, от вас новых работ, это правда. Я вот еще хотела бы, знаете, сейчас обратиться к вам, как за советом для родителей в целом. Вот вы сегодня говорите о том, что хочется открыть свою художественную мастерскую, в которой будет обучение детей. Как вы видите, вот с чего надо начать? Если мы говорим о комплексном обучении, потому что индивидуальный подход у вас уже состоялся. Ваши дети идут по вашим стопам, дети заинтересованы. А если в целом чужие дети, это другая страница совершенно, это другая философия. Не страшно ли? И с чего бы вы хотели вот заявить сегодня свое творчество, чтобы они пошли за вами? Ну, во-первых, надо детям прививать любовь. Если они будут с любовью относиться к этому виду творчества, они будут с удовольствием ходить на занятия и, ну, делать то, что вот предлагается им сделать. То есть я считаю, что это очень, ну, хорошее занятие. Это развивает усидчивость, это кругозор, мировоззрение. В общем, это очень интересно детям будет. Когда ваши мальчики приходят с друзьями, вы показываете работы свои? Вы да. отслеживаете, как мальчишки, да, да. подростки смотрят на вышитые работы? Им очень интересно, потому что это не в каждой семье это увидишь.
Это правда. Не в каждой семье это увидишь, и не в каждой семье ощутишь вот эту вот гармонию, которая, в принципе, распространяется на всех, кто попадает, я так думаю, в ваш дом. Я хочу пожелать вам, чтобы у вас хватило сил, терпения и вот этого запаса тепла внутреннего, сердечного в дальнейшем вашем творчестве, чтобы самой идти, чтобы вести за собой своих мужчин, ну и дарить тепло чужим детям, потому что сегодня это очень важно. В наше сложное, такое сумбурное время обогревать сердечным теплом людей, которые рядом. Спасибо вам большое. Спасибо. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Я бажаю вам миру, добра і любові. Любіть одне одного. Кажіть одне одному про те, що для вас певні люди неповторні, про те, що ви саме сьогодні вдячні Господу Богові, що ви маєте можливість сказати одне одному «Я тебе люблю, я тебе кохаю». До зустрічі в ефірі на хвилі телеканалу «Миколаїв». Thank you.